Сегодня мы полтора часа общались с нашим любимым риэлтором Молгожата. С Молгожатой. Молгожата, привет. Она смотрит. Да, мы сегодня узнали, что она смотрит и смотрит внимательно. Это, конечно, само обаяние. Ищет клиентов своих. Которым она уже нашла. Мы уже рекламу сделали риэлтору. Да. Но суть в другом. Тема в другом. Она рассказала, почему поляки не хотят давать мельдование. Да. Мельдовать не только нас, вообще даже поляков. То есть с нами отдельная история, да, украинцами. Но плюс еще поляков также не хотят мельдовать. Она объяснила, почему. Потому что есть такая коллизия в законодательстве польском, что, допустим, если, к примеру, Кристина поселилась тут в моей квартире, да, сняла чужая у меня... Какая-то чужая тетя сняла у нас квартиру, в которой хорошая мебель, хороший телевизор, хороший компьютер, все хорошее. Вот хорошая, купленная на наши деньги, наши, да, вот она снимает у нас квартиру. И вдруг получилось так, что она где-то задолжала много денег, или неважно, что с ней произошло, но главное, что она задолжала денег. И вот есть, я не помню, как она назвала этого. Каморник. И уехала, и пропала, и скрывается. Скажем так, это аналог судебного исполнителя. Mm-hmm. Этот судебный исполнитель может прийти на адрес ее замельдования, допустим, да, там, где она, в нашей квартире прописано, так сказать, замельдовано, и взять все, что ему на ту сумму, которую она задолжала. Те предметы, на которые нет хозяина и нет документов, да, кто именно. Да, то есть она здесь прописана, по крайней мере, это такая история, которую нам рассказал один из вариантов. Человек, который есть еще поляком. И человек, который в теме, который каждый день ищет квартиры, в том числе и нашим зрителям канала. Молгожат, большое спасибо за информацию. Поэтому нас не хотят, и поляков тоже не хотят замельдовать. Но есть приятная новость. Может быть. Хорошая, да. Может быть. Не исключено. С начала 2016 года замельдование просто вообще отменят как устаревшую эту институцию. В общем. Как-то так. Конец. Конец. Будем надеяться.